должна стоять задача, но мне она нравится. Пусть М середина основания BC треугольника ABC. Постройте такую прямую L, пересекающую треугольник и параллельно его основанию, чтобы ее отрезок, заключенный внутри треугольника, был виден из точки М под углом 90 градусов. Можешь еще раз. Нарисуйте, просто примерно, как эта прямая будет выглядеть. Ты можешь, пожалуйста, повторить? Нужно, чтобы такой угол был 90 градусов. Да, надо построить вот эту прямую. А она параллельна. Да. Провести параллельно прямой BC, чтобы угол был 90 градусов. Отлично, давайте. Такая задача на построение. Да. Смотрите, что мы будем делать. Возьмем сначала просто построим, возьмем любую точку на медиане, построим параллельную прямую, параллельно основанию BC. Да. Соответственно, они в каких-то точках пересечет стороны. Пусть это будет B-штрих, это будет C-штрих. Это пусть будет... Да. Построим как на диаметре, окружность... Да. То есть идея гомотетии. Да. Ну, конечно, надо будет немножко ниже проходить, но ничего. Нарисовали. Там будет прямой угол. А теперь просто проведем гомотетию с коэффициентом ma к m'a. И она переведет отрезок в параллельный. А каким образом эту самую гомотетию производить? Как умножить отрезок? Это значит горе от ума. Потому что в этой задаче все эти сложности совершенно не нужны. Смотрите, Арам, вы знаете вот этот угол. Он должен остаться тем же самым, правильно? Да. Поэтому все, что вы должны сделать, вы должны взять и через точку М провести прямую параллельно вот этой. Там, где пересечется, потом параллельно BC. То есть после того, как вы нарисовали эту полуокружность, все, что нужно, замерить вот это направление и его от точки М провести. Согласны? Так, господа, все помнят вот эту знаменитую задачу про то, как вписать квадрат. Да. Помню. То есть, если у нас имеется остроугольный треугольник, каким образом нарисовать квадрат, чтобы у него одна сторона лежала, а две другие вершины лежали бы на сторонах? Значит, помните классическое решение, да? Берешь любую точку, рисуешь квадратик, после этого проводишь и смотришь, где пересечется. Это и будет та самая вершина. Согласны? Так вот, то, что сейчас я сказал Арам, это фактически то же самое, только чуть-чуть в более сложной ситуации.